Сколько средняя зарплата врача? Средняя зарплата по городу 1400 евро. 1400? Да. Очень много. Это на одну ставку, да? Да. У врачей 1400 евро зарплата. Всего у нас. Это средняя. Начальная 1000 с небольшим после института. А 1000 сколько? 1000. Старшего медперсонала у нас порядка 350 человек. Что получает медперсонал? 122. Сколько они получают? Ну, зарплата с учетом стажевых, ну, около 2000. Вот это врач, который имеет стаж работы минимум 10 лет. Потому что выше категории раньше не было.